Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, мы продолжаем играть в игру Earn to Die. Заработай и умри. Сейчас мы купим коробку передач, улучшим, и поедем. Я надеюсь, что мы сейчас и проедем эту дорогу нашу до заправки. Все предпосылки у нас для этого есть. А если не доедем, то купим бензобак и все. Ух ты, не смог доехать. Все. Бочка с ядерным топливом взрывает наш автомобиль. Надо, короче, колеса купить. Слушай, знаешь, что я понял? Более мощные колеса. Смотри, видишь, бежит этот гад за нами. Опа. Ух, нифига, разорвало. Дверь вышибла. Да, ушли. Автомобильчик мороженщика. Где, в каком месте мы там стопорнули? В этом, кажется. О, смотри, добежал все-таки, да, гад, смотри. Вот он все время бежал. Вот все хочет доехать. О, все, мы доехали, даже, в принципе, даже дальше. Ну, наша машина вообще разломанная. Разломанная вся. Вот. День 106, офигеть. И у нас сколько денег, и что, мы здесь ничего не можем купить, да? Ладненько, мы купим ускоритель. Хорошо. Едем. О, смотри, бежит. Иди нафиг. У меня ружье. Ты что думал? Просто так в сказку попал, что ли? Зомбак. Бежит такой. Ух ты, смотри, сверху начинает. Они умнеть начали, зомбаки. Уже начинают сверху прыгать, с крыш. Ух ты, что такое интересная развилочка такая крестиком. Все, сейчас посмотрим, докуда мы здесь сможем доехать. Мне кажется, не сильно далеко. Давай, сейчас я помогу тебе ускориться. Бензинчик, в принципе, есть. Но у нас машина не выдержит таких нагрузок мощных. Видишь, все уже. Ничего от нее не осталось практически. Но хотя этот сам хоть ускоритель работает, смотри. А то сейчас оторвет ускоритель, то это будет еще печально. Ну, надо проверить. Вот ускоритель закончился, но его не оторвало, хорошо. Но полпути мы, смотри, даже чуть больше полпути мы проехали спокойно. А вот начал гореть бензин. А вот все, он закончился. Да. 107 тысяч нам заплатили. Вообще нормально. Вообще неплохо, очень даже хорошо. Мы можем купить топливный бак. И все, в принципе. Все, едем. Увеличили топливный бак. Доедем сейчас. Не знаю. Мне кажется, совсем чуть-чуть. Не думаю, что прям далеко мы доедем. О! Ускоритель еще остался. Так, давай. Че мне не хочется ускоритель на это тратить. Все. Ага, нет, еще есть, в принципе. Ускорителя еще немножечко осталось. Я его буду использовать для вообще экстренных случаев. Вот, смотри, видишь, как вот тяжело ехать. Но бензина еще много. Да. Интересно, прям таки. Начал гореть двигатель, надо сейчас ускориться здесь. Сейчас ускоримся. А, все, ускоритель закончился, алло. Ну смотри, проехали. А, мы даже не доехали? В смысле? Как долго ехать-то надо, а? Смотри, какая длинная. Бензин закончился? Да мы даже не доехали до нашего первого места. Давай увеличим колеса. Лучшее сцепление с дорогой, проще ехать в гору. Все. Максимальные у нас колеса. И едем. Окажутся совсем маленькие колесики. Ну ладно.
Наш мороженщик едет на своем автомобиле мороженщика, чтобы заморозить зомбаков с помощью волшебных стрел. Да, стрелы из патронов, да. Опа, ой, нет, у меня же этот есть, у меня же есть ускоритель, почему я забываю все время? Не знаю, доедем или долетим до точки нашей. Зомбаки вообще бесстрашные, встают прям под колеса. О, ага, прыгай, конечно. Давай, 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 давай. Ой, ускоритель все закончился. На этом месте постоянно заканчивается ускоритель. Но еще бензин пока есть. Вот, а на этом месте сейчас бензин закончится, смотри. Все, бензин закончился, да. Ну, немножко больше мы приехали. 108 тысяч. Ага, что ж такое купить бы, да? Бензобак. Банально. Утяжелитель. Возможно. Ну, давай возьмем утяжелитель. Все, мы максимально раскупили утяжелитель. Теперь мы должны вообще все пробивать. Изи, по изи вообще, легко. Все вот эти вот бочки, коробки, ящики. Мы все должны это пробивать спокойно. Вот, у нас... Ух ты, видишь? Здесь мы внизу проехали. В первый раз это. Все, ускоряемся, давай. Опа, патрончики закончились, но зато у нас ускоритель не закончился. Еще есть немножко ускорителя. Броня наша отлетела. Да, что-то вообще машинка вообще стала страшненькой. Надо будет сейчас купить броню. Да, сейчас купим броню. Опа, наверх заехали. Так, бензинчика у нас еще мало. Заканчивается. Да, вообще, смотри, мороженщик вообще отжигает. О, давай, давай. Опа, еще бензин есть у нас? Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть бензина. Все, закончился бензин. 112 тысяч. Давай бензина купим уже, ладно. 125 тысяч. Все, едем дальше. Так бы чуть дальше бы поехали. Немножечко больше денег бы заработали бы. А так приходится еще раз ехать. Вот. Отлично. Все, опять смотри, мы вниз. То мы вверх постоянно ехали, а сейчас мы два раза уже вниз. Едем, интересно. Давай, друг мороженщик. Ой-ой-ой. Машинки, машинки не очень хорошо. Да, все, уже ускоритель заканчивается, его практически нет уже. Чуть-чуть. Все, да. Два оборота. На два оборота осталось и все. Надо ускоритель покупать. Вообще такое чувство, как будто он на газонокосилке едет. Такое чувство, я не знаю. Сейчас вот даже вот показалось. Ай-яй-яй, смотри, еще и взорвалось. Бензин закончился. Мы даже не доехали. А хотя мы покупали же бензин, да? Давай купим. Поехали. Дофига еще, конечно, ехать. Много очень. Опять вниз едем. Второй раз.
Давай, мороженщик, давай, ты сможешь. Опа, собрали. О, патрончики закончились. Давай, 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 давай. Ну, у нас бензобака много еще. Но мы еще даже половину пути не проехали. Да, вообще длинный путь. Интересно. Вот. Первая серия там была вообще немножко, мы проехали и выиграли. А здесь прям вообще едешь, едешь, едешь. Еще и конца края не видно. Вот. Все, ускоритель закончилось, и машинка наша практически разломалась. Хоть нам хотя бы до точки этой доехать. Не знаю, доедем или нет. Но бензин, бензобак, кажется, я купил максимальное количество. Но расход у него... Надо коробку передач покупать. Раскручивать. Ну вот, мы только сейчас добрались до этой точки. И у нас уже бензин закончился. Да, все, закончился бензин. Хорошо. Ну, хотя бы 114 тысяч нам заплатили. 114 тысяч. Давай. Коробку передач купим. Все, едем. Попробуем сейчас докуда доедем. О, смотри, ну, намного быстрее стали ехать. Это хорошо. Да, скорость прям радует. Нормально. Нифига, какой взрыв был, интересно. О, зомбаки. Нифига, крутяцкий. Крутяцкий подъем был. Еще немножечко у нас осталось, совсем чуть-чуть ускорителя. Все, ускоритель закончился. О, наверх, хорошо. Бензина еще много, но у нас уже машинка вся разломалась. Не знаю. Не знаю, не доедем, наверное. Сейчас опять двигатель, наверное, сгорит, взорвется. Давай, 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 поднимаемся. И здесь вниз, внизу едем. Все, сейчас сломаю. А, нет, смотри, едем нормально, нормально. Бензинчика еще совсем немножко осталось. Офигеть. Вот, и еще чуть-чуть. И чуть-чуть. Отлично. Может быть, доедем, может быть... Нет, бензин закончился. Да, елки-моталки. Ладненько. Хорошо, отправляемся в гараж. Давай купим броню полностью. Ох, смотри, какой у нас автомобиль прикольный. Да, интересный автомобильчик. Все, и закончились деньги, надо будет еще ехать. Но это мы сделаем в следующем серии, так что подписывайся на канал. Пиши комментарии, ставь лайки этому видео. До новых встреч, пока-пока.